Итальянские берега вновь атакуют мигранты из Африки. Накануне береговая охрана получила сигнал бедствия от судна с сотнями беженцев на борту. В ходе спасательной операции удалось избежать жертв. Около 330 человек были спасены. Среди них более 70 детей и около 30 женщин, несколько из которых беременные. Все они граждане Ливии, Сирии, Египта и Судана. Отмечу, ранее Италия заявляла о намерении положить конец операции по спасению мигрантов, прибывающих в страну из Северной Африки. Однако береговая охрана страны по-прежнему отвечает на сигналы бедствия от судов.